13 ноября мы отмечаем день рождения Зинаиды Григорьевны Фоздик, одной из наиболее близких учениц и сотрудниц Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. Зинаида Григорьевна родилась в России в 1889 году. Уже в раннем детстве у нее обнаружился музыкальный талант. И ее родители сделали все, чтобы дочь получила самое лучшее музыкальное образование. И действительно, уже в первые годы учебы Зина проявила себя вундеркиндом и начала выступать с концертами. Гимназию девочка окончила уже в неполные 12 лет, и родители увезли ее в Лейпциг, где она училась в Лейпцигском университете, а потом в консерватории. Затем она переехала в Берлин, где могла обучаться у знаменитого пианиста и педагога Леопольда Годовского. По окончании школы Годовского Зинаида Григорьевна некоторое время концертировала в Европе, а в 1912 году переехала в Америку. С Николаем Константиновичем Рерихом Зинаида Григорьевна впервые встретилась в Нью-Йорке в декабре 1920 года, где в то время проходила первая выставка его картин. Она была восхищена и потрясена до глубины души невиданной красотой его полотен. Как завороженная стояла она перед ними, с глазами полными слез. Неожиданно ей предложили познакомиться с художником и его женой. Вначале Зинаида Григорьевна оробела, но какая-то неудержимая сила влекла ее к встрече с ними. Подчиняясь зову сердца, она подошла к Николаю Константиновичу и Елене Ивановне и была изумлена их приветливостью. Они стали говорить с ней, как будто знали ее очень давно, и пригласили в этот же день к себе в гости, где сразу предложили ей сотрудничать с ними и содействовать их культурным начинаниям в Америке. Зинаида Григорьевна без колебаний согласилась, и с этого момента началась ее новая жизнь. В 1926 и 1927 годах она принимала участие в экспедиции Рерихов на Алтай и в Монголию, была с ними в Новосибирске и в Москве. Спустя некоторое время Зинаида Григорьевна вошла в число соучредителей и руководителей творческих и образовательных учреждений, основанных Рерихами, таких как Международный художественный центр «Корона Мунди», Институт гималайских исследований Урусвати, а также стала вице-президентом музея имени Николая Константиновича Рериха. Позднее она стала директором Академии искусств, почетным президентом которой являлся Николай Константинович Рерих. Елена Ивановна Рерих писала: «Зинаида Григорьевна – мой доверенный друг и наш сотрудник вот уже много лет. Она всегда занята своей работой, а не сладкими речами, и доверяет другим. Она не сентиментальна,
но видят и чувствуют многое из того, что не замечают другие. Она готова всем пожертвовать, лишь бы выполнить указанное ей. Я люблю ее и утверждаю, что она является самым ценным сотрудником и другом. Знаю, как моя Зиночка заслуживает доверия, ибо явила самоотверженность большую. Родной мой, верный страж, спасибо. Живя за рубежом, Зинаида Григорьевна не переставала любить родину, верить в ее великое будущее, стремиться к ней. Она трижды посещала Советский Союз в 1926, 1961 и 1974 годах и писала в своих письмах: «Сердцем я никогда не отрывалась от России». Когда во время Великой Отечественной войны в 1942 году по инициативе Николая Константиновича Рериха была создана Американо-Русская культурная ассоциация, Зинаида Григорьевна стала ее директором-исполнителем. Она вела большую организационную работу в Америке, выступала с лекциями о СССР. Цель ассоциации была послужить делу взаимопонимания народов России и США. В 1974 году Наталья Дмитриевна Спирина с группой сибиряков приехали в Москву на столетний юбилей Николая Константиновича Рериха. Зинаида Григорьевна Фостик также поехала в Москву на юбилей. О встрече с ней в слове «звено между Америкой и Россией» Наталья Дмитриевна говорила: «Они пришли в аэропорт встречать очень пожилую женщину и помочь ей спуститься по трапу. Но к их изумлению из двери самолета выпорхнула моложавая подвижная женщина в пестрой кофточке и легко спустилась сама, прежде чем они успели подняться навстречу ей». В то время Зинаиде Григорьевне было 85 лет. Святослав Николаевич Рерих на научной конференции в Академии художеств в Москве 25 ноября 1974 года, посвященный столетнему юбилею со дня рождения Николая Константиновича Рериха, так сказал о ней: «Зинаида Григорьевна Фостик, которая сегодня у нас тут в гостях, является первой из первых сотрудников Николая Константиновича Рериха в Америке. Так что вся жизнь Николая Константиновича, его творчество так или иначе были связаны с Зинаидой Григорьевной. Она была верным стражем, следовала за всеми его начинаниями и в меру своих возможностей и сил действительно во всем помогала ему и работала с ним». Зинаида Григорьевна поддерживала активную переписку с друзьями и сотрудниками по всему миру, включая СССР. Ежедневно работала в музее имени Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке, руководя всей его деятельностью, от наиболее важных до самых мелких вопросов. Она проводила в музее экскурсии, выставки картин Николая Константиновича Рериха из частных собраний, лекции и концерты. Она также работала и по переводам книг Рериха на английский язык. Последней ее работой, приуроченной к столетнему юбилею, явился перевод книги Николая Константиновича Рериха «Нерушимая». Экземпляр этой книги Зинаида Григорьевна Фостик подарила Академии художеств СССР. Зинаида Григорьевна на протяжении многих лет сотрудничала и переписывалась с Натальей Дмитриевной Спириной. Она писала Наталье Дмитриевне:
Мы, зная многое предуказанное, ведем нашу работу, подчеркивая заветы, оставленные нам Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем. Радуемся приближению серьезно мыслящей молодежи, писателей, ученых. Верю нерушимо в светлое будущее Родины. Работы много, музей очень вырос. И желание узнать о Николае Константиновиче как о великом художнике, мыслителе и борце за мир и культуру растет ежедневно. Все это радостно, но требует усилий. Желательны новые, молодые силы, и они появляются. Работаем для будущего. А теперь мы вам дадим выдержки из звукового письма Зинаиды Григорьевны, присланного Наталье Дмитриевне Спириной 6 октября 1978 года. Николай Федорович говорил, что Алтай – это жемчужина Сибири, а будущее всех народов связано с Россией. И еще одну вещь он сказал – Россия поведет все народы. И этим мы живем в Америке и стремимся к будущему. Судьба определила нам быть сей. И это очень важно, потому что наш музей – это звено, именно звено культурное между Советским Союзом и между Америкой. Культурный, я повторяю, нарочно культурный, потому что это единственная связь, которую мы можем проводить на почве культуры. Когда Николай Алексеевич сюда прибыл, он хотел ознакомить Америку с русской культурой. И он это делал очень широко. Были его замечательные его картины, которые были тогда показаны, которые именно указывали на величие старой Руси и на возможности новой Руси. Это он давал нам в своих выставках. И потом он писал очень много. Вот у нас есть целый ряд превосходных английских книг, в которых он писал, что есть Россия, значение России для будущего. А говорил он, конечно, даже больше, чем он писал. Поэтому это так радостно, это Билли. И я бы сказала, да я это говорю всем тем, с которыми я встречаюсь, когда я возвращаюсь на родину. Я всегда говорю, поощряйте вашу молодежь приезжать в Америку и говорить о культуре русской. Не только приезжать и посмотреть, ну вот вы, белизиане, повсюду, все очень приятно и красиво, но и говорить о русской культуре. Это необходимо. Николай Алексеевич только то и делал, а теперь я так счастлива, что у вас на родине все время пишутся книги, посвящается ему поэмы, посвящается ему замечательные статьи. Это же величайшая радость. Этого и хотел Рерих и Елена Ивановна. Они оба к этому стремились, чтобы русская культура прочно была известна здесь, чтобы ее полюбили, чтобы ее оценили. Об этом надо нам думать.